Ребят, у нас очередной тут монстр, монстроподобный фатбайк. Моторчик на 3 киловатта, и вот в него планируют вкачивать побольше немножко энергии. Вот это вот все. Там целиком аккумулятор или еще пока место есть свободное? Место еще есть. Место еще есть, и можно еще там расположить более интересно аккумуляторы, тогда еще больше влезет, пока хватает километров на 30 запаса хода. Такая вот прикольная вилочка, пружинка. И, конечно, вот задняя подвеска очень дорогая, фирма DNM. Сколько он? 1006 стоил? 8? Около 6 со скидкой с распродажи. И рама с этим седлом 30 с чем-то, да? 32 тысячи. Короче, велик вышел больше сотни. В сборке разгоняется до 50, пока он разгоняется, потому что моторчик вкачивается не так уж и много энергии, как хотелось бы. Выглядит очень эффектно, прям все стильно, черное с красным. Я покатался, ну едет и хорошо пружинит, то есть подвеска работает замечательно. Так что приходите, соберем вам еще лучше.